Центр оказания государственных услуг для населения сегодня открылся в Кустанае. По своим функциям он напоминает ЦОН. Теперь получить адресную справку, справку о наличии или отсутствии судимости и другие разовые документы можно и здесь. У нас оборудовано два рабочих места, за которыми будут сидеть наши сотрудники департамента, и один connection point, это сектор самообслуживания. При наличии ЦП можно будет получить услуги в электронном виде. Помимо этого, 30 видов государственных услуг можно получить без наличия ЦП, имея с собой мобильный номер мобильного телефона и зная свой имя. Главной особенностью центра станут консультации по вопросам государственной службы. Причем здесь будут не только информировать и консультировать сотрудников госорганизаций. Кустанайцы смогут пожаловаться на некомпетентность или поведение любого госслужащего. Мы будем говорить о населению нашему кустанайцам, о порядке обжалования в нашу организацию. Мы будем принимать жалобы здесь на государственные органы, которые некачественно оказывают государственные услуги. И, соответственно, будем еще разъяснять, куда обратиться тому или иному человеку, какие государственные органы, как эта госуслуга называется, какие есть этапы, какие бизнес-процессы. Будем разъяснять людям, куда идти, так скажем, и сопровождать их при получении государственных услуг, государственных услуг. Находится центр по адресу Касымханова, 34, в здании Департамента агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции. Манарбек Касколов, Екатерина Комиссарова, РТН.